Съедят за минуту. Необыкновенно вкусный салат из моркови. 5 минут и все готово. Для начала подготовим морковь. Берите сладкую и яркого цвета. Тогда гарантированно салатик будет просто бомба. Нам нужно будет одна морковь среднего размера. Хотя рекомендую делать сразу двойную порцию, чтобы второй раз не готовить. Морковь измельчаем на крупной терке. Можно порезать ножом соломкой или измельчить на терке для корейской моркови. Но так мне нравится намного больше. Сочный будет салатик. Теперь огурец. Берем один не очень большой. Убираем все лишнее и нарезаем сначала на вот такие вот кружочки, не сильно тонко, а затем на соломку. Если у вас есть специальная терка, можно воспользоваться ей. А можно все сделать, как я, обычным ножом. Вот что в итоге получилось. Высыпаем в большой салатник измельченную морковь. Теперь отправляем сюда огурец. Еще нам понадобится куриное филе. Я его уже заранее отварила, и сейчас нам нужно его измельчить. Просто порезать на маленькие кусочки ножом. Филе тоже высыпаем в салатник. Теперь кукуруза. Нам нужно 3-4 столовые ложки. Обычной, консервированной. Еще возьмем красный болгарский перец. Очищаем от семян, разрезаем пополам и измельчаем на небольшие кубики. Как же это будет вкусно! И остался последний ингредиент. Твердый сыр. У меня немного соленый, но можно взять любой, который больше любите. Нужно грамм 50-70. Если любите много сыра в салатах, конечно же, берите больше. Его мы натираем на мелкую терку. И теперь высыпаем все в емкость к остальным овощам. Добавляем специи для салата. У меня смесь трав и перца. И немного соли. Выливаем оливковое масло и все готово. Осталось хорошенько все перемешать, чтобы все ингредиенты смешались и стали сочными. Такой салатик отличный вариант для тех, кто предпочитает здоровое питание и любит только полезное. В этом блюде отварное куриное филе дополняется свежей морковью и сладким болгарским перцем. За счет такого сочетания салат наполнен витаминами и просто неимоверно вкусный. Я и не ожидала, что из простых продуктов получится такая вкуснятина. Ароматный, сочный, такой яркий и простой в приготовлении. Это и полноценный обед, и очень сытный, легкий ужин. А что скажете вы? Буду ждать вас в комментариях. Всем приятного аппетита и пока-пока!